А вопросы? Ну, Виктор Васильевич, очаги, чего они как бы различаются, там разные основные хозяева в разных местах, там, на Кавказе, Горный Суслик, в Африке, многососковые крысы и так далее. Так вот, Ирсения, разные геноварианты при этом, то есть какая эволюция, как? Разные геноварианты. Все зависит от среды. Если очаг с одним хозяином, то моногастальные очаги. Два хозяина, суслик, сурок, дигастальные. Есть промежуточные формы, вот, допустим, вот на Памире, там сурково-песчано-полевочий формы. Вид, не будем говорить, подвид, вернее, формы. В южном, северном Прикаспии сусликово песчаночи, малый суслик и полуденный песчанка. То есть там микс всяких вариантов много. Тут даже внутривидовое деление довольно сложное. Разбудите, чему? Он эволюционно молодой, прошел 20 тысяч лет назад. Да. То есть это разовое событие было, да, эволюции. Но вот сурки, они каждый год, да, затыкают свою нору, калы. То есть каждый год, по сути дела, может... До сих пор процесс проходит. Так же... То есть да, должно быть как бы полифилетичное? Нет, там все, как пестицин стал синтезироваться, все, они разошлись. То есть пестицин это антагонист. Вы, сейчас происходит возбудитель чумы новый? Нет, они уже антагонисты. Они даже встречаются. То есть он потом просто один раз подошел, остальные он просто да, как только стал синтезироваться пестицин, они стали антагонистами, разошлись разные ниши. По течению болезни, когда-то я выучил, что бывает легочная, бывает какая-то бубонная чума, это одно и то же, или это только так? Микрободина, формы разные. Но все это близко родня. Еще раз? Все это близко родня, один микроб практически. Да, конечно. Разные расы. Да,